Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня, как обычно, бомбящее видео. И почему мы бомбим, думаю, многие знают. Речь идет, опять же, о русском сервере. Если вы помните, поднялась тема вопроса, почему на Тайване дали камешки восьмые эмблемы в акции «Карта богатства», а у нас на русском сервере и на остальных дали просто обычные первые, не то что там вторые, третьи, а просто первые. Также открылся шар, ребят, на ру. Сейчас об этом тоже мы поговорим. Я вчера записал видосик. Поехали, покажу вам ответ ТП. Знаете, больше всего получается подгорает, ну, не из-за того, что как бы есть возможность здесь и донатить, и не париться. Они убивают игру для без донатов. Так. Соответственно, без донатов тут 99%. Вот мой вопрос был 5.11, если я не ошибаюсь. И статус ожидает. К сожалению, нету времени, когда ответили, но ответили спустя там, по-моему, если я не ошибаюсь, двое суток, потому что мы писали в пятницу, на выходных, как обычно, здесь ТП не отвечает. Если сравнивать с английским сервером, там, андроидом, там техподдержка онлайн. Итак, доброе утро, почему на ру-сервере изворотливость не восьмого, только первого, ошибка, жду. Обращаем ваше внимание на то, что для каждого сервера запускаются разные акции с разными условиями наградами, которые зависят от множества факторов, но в первую очередь от развития конкретного сервера. То есть, чтобы вы понимали, у нас развитие сервера не такое, как у всех. У нас не такая игра, не такой же Castle Clash. Окей. Вы замечаете то, как изменяются награды и на русскоязычном сервере Android, в зависимости от изменения среднего значения силы игроков. Вот. Соответственно, что мы можем, какую сделать привязку? У нас игра и у нас все акции привязаны к средней силе игроков. То есть, если на другом сервере люди больше играют и качаются, они получают больше плюшек. Если на русском сервере, они получают меньше плюшек. Где логика? Ну, я не знаю. Но уже не один раз доказано было, что донат на английском сервере, хоть он и дороже, но больше плюх. Там за Доминотавра мы даже не дошли, мы собрали фулл алтарь. Здесь вы пока будете донить Доминотавра, то есть вам пример, вы не получите нифига. Сравнивать бездонатные акции, я считаю, что они должны быть на каждом сервере одинаковые. Вне зависимости от того, какой сервер, как он развивается. Это, по сути, подарок для всех. И, то есть, все одинаково играют в эту игру. То есть, что там бездонат на там, с Тайваня, с любого уголка мира. То есть, это бездонат. Это человек, который играет в эту игру. И, по сути, вам делает аудиторию. Понятно, что он вам сейчас прибыль не приносит. Но он, возможно, будет вам приносить прибыль в будущем. Когда он перестанет копить на пончики и начнет зарабатывать и немножко влаживать. Но это не факт, это не точно, потому что они убивают эту идею даже у тех, кто может это делать и донатить. И в чем суть вопроса? Подойдем к главному. Побежали на китайку. Я, Тайвань точнее, ну, китайка, Тайвань. Явное, вот, знаете, вот, где люди стараются делать для аудитории, для игроков, которые играют в эту игру, чтобы они не уходили, чувствовали более-менее как-то себя комфортно. Наш бездонатный, без самого аккаунт, и заходим, просто смотрим акции, не смотрим на донат. Акция на трату, особенно для тех, кто любит тратить хорошо. 160-ка самым накопили, получили охника. Не вопрос, но круто. На французском сервере я показывал, там за роллинг, там 45 слизней собрали, получили охника и выбили дохренище героя. Тут то же самое, тут 160-ка, и ты уверенно получаешь. Но это не главное. Вот, еще одна бездонатная акция, с которой вы получаете выгоду, вот такие вот карты, которые вы потом можете обменять в бездонатные акции за роллинг. Насобирали там 120, по-моему, карт и получили плюхи, получили топовые таланты, там дофига всего. Она идет после этой сразу же. За роллинг то же самое, за запяшки вы можете собрать донатного некроса. То есть, как видите, здесь сделано все
Правильно, все сделано для людей, для без донатов. Тут не говорится сейчас о донатах. Донаты это другая вещь. Так, ну тут видите, акции еще не добавили после обновы, как обычно, ничего-то не знаю. Вот только единственный пак этот добавили. Так, с этим разобрались. Смотрим дальше. Самое интересное вот здесь. Обмен героев. Второй раз нам на русском сервере просто кидают с акцией обмена. Да, вот эта вот акция, по сути, я вчера уже показал, что этот Минотавр, он нафиг. Ну вот кому он нужен, если без доната они его не получат? Да, если вы сделаете в будущем бесплатным, это будет очень мега крутой прорыв. Уже давным-давно могли раздать этого Минотавра, он не настолько там мега трешовый, что, знаете, он просто там убивать будет всех, там без донат себя почувствует. Как бы он сейчас даже на битве гильдии не так используется, потому что намного сложнее с ним бегать. Сделайте для нормальных людей подарок. Нет. Мало того, на русском сервере нас просто второй раз кинули вот с этой акцией. И никто не говорит, ну, помимо того, что кинули, посмотрите на расценку. Вы тратите, вот без донат тратит героя плюс 20 кг ради 200 камней. Где логика? Эти 200 камней набираются в том же самом саммите, но 20 кг вы теряете. Сделайте просто обмен, нафига вот это еще плюс? Ладно, тут это нормально, 10 тысяч кристаллов, куда ни шло, 1000 самов ради 150 апекса, согласен. Рыцарь тоже согласен, пусть будет, у кого-то есть, можно без донат. Окей, ну вот здесь вот этот камешек, которых надо там 5 или 6, я не помню, ну неважно, вы теряете сразу же вторую эволюцию героя ради одного камешка. Скилл дает фигню, по сути. Этой акции все равно у нас на русском нет. То есть, по сути, получается, что наша сила, точнее, наши акции и все плюхи, в данном случае, получается, бездонатные плюхи, потому что писалось конкретно за бездонатную акцию. Они мне ответили, что прямо пропорционально средней силе. То есть, как это понять, что на других серверах акции для бездонов получаются из-за того, что там больше силы, лучше, или их там делают, не делают. Ну, реально бред полный. Не знаю, вот заходишь на этот русский сервер и понимаешь, что есть английский сервер, где можно с минимальным донатом, и многие люди туда уже перешли, нормально трешевать. Есть Тайвань, есть французский, есть немецкий. Вот посмотрите сегодня коллекционер, какой героя. Коллекционер героев. За ангела вы получаете 200 слизней, ребят, 200. Не один, а 200. За свалина, посмотрите. То есть плюшки реально достойные. Так. Да, для бездонов здесь не столько акций, как на этом, но тут для доната минимального 10 баксов. Пожалуйста, посмотрите, какие здесь плюхи. Космо. 20 плюс эти. Ну, то есть, вот, такие вот акции. Вот. Так, есть шар. Есть. Обмен героев, пожалуйста. Пожалуйста, вам обмен героев. Сейчас заодно глянем, что там на 13 надо. И они рассказывают, что зависит от средней силы. Где логика, если раньше русский был? Да, вот смотрите, 6 камней надо. 6. Я же говорю, это просто жесть, ребят. Пишите в комментах, что вы по этому поводу думаете. Но я считаю, это просто бред полный. Такой ответ от ТПшки. Ой, сори, ребят. Короче, вот сидишь, вот вроде как бы бездонатный аккаунт начинаешь качать. И что тут качать, кого тут качать, если тут, ну да, это трэш. Это полный трэш, знаете, как эта линейка X1 была, там задротство,
Потом открыли просто сервера X2, X5, X10, X50, люди просто свалили. Да, понятно, там остались задроты. Но с другой стороны, ты экономишь время, ты все равно получаешь то же самое, как бы. Да, есть там нюансы, то есть там это круто, что ты там упертый, там, не знаю, барашка. А там ты, блин, получаешь это все в 10 раз быстрее и как бы получил удовольствие игры и пошел дальше. То есть не сидишь, не задротствуешь. Ну, конечно, кто что любит. В общем, вот такие вот дела, ребят. Пишите в комментах, что вы думаете. Ну, реально, это просто жесть. Не зря я, знаете, с каждым днем понимаю, что не зря я просто перестал донить на русский сервер и играю на английском в кайф и не заморачиваюсь, я могу делать какие-то тесты. Ну, в общем, все, что хочу, то и делаю. Все, всем удачи, всем пока.